дело было еще осенью 2015 года. Вот, ребята, камень, который реагирует на металлоискатель. В этом даже вы можете убедиться. Вот наушники сюда прикладу, вот так вот. Вот тут слышно было, вот так что ли сделать хотя бы. Подождите. Так вот, смотрите. Не знаю. Так, ладно. Не знаю, слышно было, не слышно. Вот, я еще аудитон слабый поставил, чтобы не глохнуть самому. Но я сейчас его киркой подолблю и посмотрим, что здесь есть. А потом буду менять место, здесь делать нечего. Я вот разбил, и он такой мелкий-мелкий весь, как песок, желтый везде. Вот здесь вот желтизны много, но это может все быть пирит, еще раз говорю. Вот этот камень особенно мне нравится. Тут даже вот чешуйки реально вон они желтые, видны вон, видите, да? Вон они, вон, блестит, даже видно. Это просто невероятно. Кто знает, то может я нашел такую породу, в которой золото застряло. Это же все порода считается. Сейчас, наверное, временно это все с дороги сгребу на всякий случай. А то вдруг концентрация тут. Будут ехать. Ну, тут вообще никто не ездит, но мало ли, все равно какой-нибудь заедет, идиот. И мои камни порастопчут все. Так, ладно. Ну и вообще, чтобы машинам не мешало. Потому что если нету, то я сюда не собираюсь возвращаться. Ладно, еду домой, короче, пацаны. Ну вот, ребятки, мы находимся на озере Байкал. Река Американ, как всем уже знакомо. Я решил сделать эту запись. Она не относится к тем событиям, которые произошли 4 месяца назад. Что же я хочу вам сказать? В общем-то, я ездил на ту речушку, пытаясь найти там самородки. Золотые самородки. Самородков золотых, к сожалению, не нашел. Но нашел интересный каменный образец, пиритовый образец, который взял домой на анализы. На тот период была глубокая осень, и дело подходило к зиме. Нашел я этот удивительный черный золотой образец, сам не подозревая, какое богатое содержание золота находится внутри, в этом камне. Привез я часть этого камня домой на анализы, как и запланировал, но, в общем-то, сам себе создал проблемы. То есть на тот период я задумал переработать эти 30 компьютеров, которые купил на свою голову, можно сказать и так, рассчитывая на золото в них. Хотел поделиться с вами, что, возможно, я что-то не то делал, может быть, пиросульфит натрия зря применял. Но оказалось, что не в пиросульфите натрия дело, просто золота в этих компьютерах нет современных, и все. А камень отложил в сторону, надеясь, что я быстренько эти компьютеры переработаю и приеду, потом заберу остальную часть камня, как проведу анализы. И дело затянулось до зимы, и даже уже после Нового года я все никак не мог добраться до этого камня, чтобы посмотреть, есть золото в нем или нет. А сейчас уже, в принципе, конец февраля месяца, и можно сказать, что начало уже весны, начало весны. Снег растаял, но еще зима на самом деле, еще зима. Но там, где я был, там снег лежит. Туда ехать сейчас бессмысленно все равно. В общем-то, я этот образец каменный относительно недавнего времени решил переработать, посмотреть, что в нем есть, и схватился за голову от того содержания золота, которое оказалось внутри. В общем-то, ребятки, я жалею, что целиком камень не привез домой. Да, лох – это судьба, ребята, лох – это судьба. Вот так-то. Какой результат, вы сможете посмотреть в конце этого видео. Я не стал плавить осадок. Я его растворю и уберу на хранение, в общем-то. Накоплю, как я говорил, грамм 50 золота и буду уже потом выделять его. Вот такие вот дела, ребятки. Камень оказался золотым. Настолько высокого содержания, что я давно подозревал, что такие образцы существуют. Но вот они не всегда попадаются. Наверное, придется применять металлодетектор. Что, зря его покупал, что ли? А что? Будет весна, будет лето, наверное, поездю.
Также буду искать оксидные отложения. В оксидных железистых отложениях золото может быть куда больше, чем в пиритовых. Все дело в том, что с пиритом работать плохо, его надо полностью растворять. А растворяется он в кислотах, а мой суперреагент, он никак не взаимодействует с самим пиритом. То есть, если золото снаружи будет, то другое дело. Но если оно внутри, в самом пирите, то тут уже он не поможет, понимаете? Надо растворить этот пирит, а потом уже действовать. Не знаю, ребятки, ехать, не ехать туда, когда растает снег. Камушек-то я оставил около обочины, его могло и размыть уже водой. Да, пролетел я с камнем, там золото примерно на 50 грамм было. 50 грамм золота где-то, по моим оценкам. Вот такие вот результаты. Просрать 50 грамм и получить 2 грамма золота из 30 компьютеров. Это, конечно, в моем стиле. Да уж. Ладно, что мы первый день живем, что ли? Еще найдем? Еще будут камушки с таким же содержанием. И не только камушки. Кое-что получше найду, чем камушки. Камушки — это так, понимаете, один попался здесь, один там попался раз в полгода с таким содержанием. А вот если найти залежу золотую, пласт, вот это другой базар. Сегодня хорошая погода. Прям не верится, что зима. Такое впечатление, что весна наступила. Осталось только деревьям зацвести и все. Итак, я приехал домой. Привез эти потенциальные образцы, которые желтые вкрапления имеют. Даже не вкрапления, а какие-то металлические чешуйки. Так, я все раздробил. Приливаю царскую водку, которую подготовил. Сейчас это все растворится. Поставлю на плитку. Вот так вот нормально. Все. Ставим на плитку, пусть немного так покипит, потом проведем анализы. Мой раствор отфильтровался. И я сделал анализ вне съемок хлорным оловом. Вот результат. Концентрация оказалась просто огромной. А те золотые чешуйки, что я думал сперва пирит с содержанием золота, оказались на 80% золотые. Потому металлодетектор и прореагировал с камнем, ведь золото цветной металл. Я все перелил вот в такой стаканчик. После положительного анализа хлорным оловом пришло время выделить золото из раствора. Концентрация золота в этом растворе 80-90%. И его не надо очищать от пирита. С таким содержанием золота в растворе можно сразу его выделять. Так, берем железный купорос. Это видео коротенькое. Отфильтрованный железный купорос и добавляем в наш стаканчик. Я вот так сделаю и буду наливать, чтобы вам было видно. Как видите, сразу же, моментально. Вот и все. Вот оно, наше золото. Просто моментально все золото выделилось. Сверху стали плавать вот золотые чешуйки, фольга золотая, типа пенки, потому что золота в растворе было очень много, вот оно,
Даже видно уже, вон она плавает. Ну и сейчас на дно будет садиться осадок золотом. Я его поймаю на фильтре. Так, золото все выделилось, просто замечательно. Осадок крупный. Помешать надо что-то чем-то. Да ладно, не буду трогать. В принципе, что его мешать. Все золото выделилось. Вот и все. Как видите, легко применять железный купорос. Вот уже осадок, он сыпается на дно, коричневый, тяжеленький такой. Осадок очень чистый. Кстати, если промываете осадок водой, лучше промывать не чистой водой, а подкисленным раствором серной кислоты, то есть электролитом. Можно даже электролит разбавить еще на три части. Тогда осадок будет наиболее чистый. Отлично. Золото выделилось. Вот и все. Спасибо всем за внимание. Это видео очень коротенькое. Смотрите следующее видео. Полученный осадок полностью отфильтровал. Золото задержалось на фильтре. Золото очень чистое, такое коричневое. Ну, как я уже показывал сколько раз. Буду растворять этот осадок вот в своем супер реагенте. Вот так он выглядит. Вот такой цвет у него. И то, что часть железа, к примеру, задержалась на фильтре, это никакого значения не имеет. После растворения в супер реагенте золото будет иметь чистоту 999, а то и 1000%. Все потому, что супер реагент восстанавливает железо, олово и другие реагенты, которые я использовал, как железный купорос восстанавливает золото. Вот на примере возьмем немного железа, сюда капаем. Это железный купорос, вот я взял. И давайте добавим немного суперреагент. А золото, наоборот, растворяется в нем. Вот, добавляем чуть-чуть сейчас. То есть, то, что вот это остатки задержались на фильтре, вот она, зеленая, это железо. Это не страшно, это железо. Ну, вот он. Добавляем этот суперреагент сюда. Видите, железо восстановилось. Никакого значения не имеет, что железо осталось. Железо восстановится до оксида, до вот этого осадка, видите, восстановилось. А золото, наоборот, растворится. Так что после растворения вот этого осадка в суперреагенте в моем, о котором я буду показывать еще через ряд видео, его свойства рассказывать, вот это золото будет иметь чистоту 999, а то и даже 1000%. Я буду использовать этот раствор для гальваники. Хочу покрыть свой пистолет хромированный золотом. На этом конец.